За 2 недели юные динамовцы побывали на занятиях по оказанию первой медицинской помощи, финансовой грамотности, мастер-классе от краевых спасателей. Проявили себя в творчестве. К ребятам приезжали знаменитые спортсмены. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне, двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Виктория Комова, заслуженный мастер спорта по самбо Эдуард Кургинян, мастер спорта России международного класса Андрей Горобец. По словам организаторов, форум в очередной раз прошел на высшем уровне. Одна из главных целей общества «Динамо» – нравственное, патриотическое и физическое воспитание детей и молодежи. В следующем году его планируют провести на этой же площадке. Когда дети по складу несколько разные из разных регионов страны приезжают, общаются, видят интеллект, видят своеобразие и поддерживают друг друга. Они влюбляются, они верят в необыкновенную интернациональную дружбу, дружбу наших народов.